депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Борисович Парфенов. Добрый день, друзья! Привет участникам соревнования. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо организаторам этого мероприятия. Оно очень важно. Я когда смотрел список участников, большое количество молодых людей, детей, которые 9 лет назад, еще только, может быть, кто-то родился, а кто-то и не родился. И очень важно, что через такие мероприятия, я обращаюсь сейчас к родителям, к организаторам, еще раз спасибо, мы показываем нашим детям, насколько важно то, что произошло 9 лет назад. Мы с вами, взрослые люди, пропустили это через себя, через эмоции, мы были все свидетелями, а кто-то был участником. И очень важно, чтобы дети это чувствовали. Друзья, каждое соревнование предполагает победителя, в том числе и сегодня. Даже были обозначены призы. Но я считаю, что победители мы здесь все. 9 лет назад мы все победили. Победили, когда объединили наши земли, когда объединились с нашим народом. Мы по-другому не можем, как в той песне. Мы русские, мы идем до конца. И поверьте мне, пройдет немного времени, и мы победим в специальной военной операции. Потому что мы русские, с нами Бог. Уважаемые друзья, спортсмены, удачи вам и здоровья, зрители, хорошего настроения, тем более сегодня такое солнце. Это знак. Спасибо. Спасибо, Андрей Борисович.